главный тренер команды, это Захаркин, главный тренер Салаты Илаева, и главный тренер Хирзинов, главный тренер команды «Кунгунг 5 Стар», Владимир Владимирович, просто вам слово. Ну да, в общем-то, сегодня была хорошая игра. Наши, в общем-то, обе команды сейчас есть травмированные игроки. И у Слава Пилаева, и у нас. У нас, в общем, тоже целая пятерка травмированных, причем пятерка лидеров. Еще вчера подхватили вирус какой-то, честно говоря, сегодня игра нам вначале вообще пугала, кто у нас может выйти. Но хорошо, что боролись 60 минут и то, что заработали 2 очка. Но я считаю, сегодня хороший, интересный матч. Разница между командами сегодня была в игре вратарей. Ну, если немного дальше идти, то я не хочу сказать, что Светберг сыграл безобразно, но тем не менее мы пропустили шайбы, которые не должны были пропускать. Есть тактическая ошибка, мы разберемся в этом. Соперник лучше нас играл в неравенстве. Ну и нам нужно, конечно, уметь реализовывать моменты. Все, спасибо. Денис Стайко, бизнес-план. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, почему вы посадили на скамейку запасных Степана Хрипуна, Максима Гончарова? Воспитательные меры или они сегодня не готовы к такому темпу игры? Ну, к темпу, может быть, они были готовы, но играли они неплохо. Почему решили вернуть табулитную серию Николаса Сейдера? Скажите, пожалуйста. Потому что мы считаем, что он играет лучше на табулитных сериях. Владимир Минус, спросил Владимир Анатольевич, вам вопрос. Вы достаточно рано прилетели в Уфу перед игрой. Это, скажем так, разовые ваши акции или постоянная практика, что вы заранее прилетаете в первый год поездки? Нет, дело в том, что мы иногда зависим от самолетов. И, в общем, сейчас появилась возможность прилететь раньше. Потому что для акклиматизации для нас вот эти несколько дней как раз были необходимы. И поэтому не всегда это получается технически, да, потому что аэропорт принимает иногда только с 2 до 6 утра. Но своих проблем хватает, своих сложностей. Поэтому вот сейчас была возможность прилететь нормально, и мы, в общем, прилетели. Вы впервые в истории в официальных матчах доигрались до овертайма, до буллитов. Вот этот буллитный список пришлось в срочном порядке как-то составлять, или он уже заранее был заготовлен, ждали? Нет, я помню, эти игроки просто не пробивали на товарищеских турнирах, поэтому проблем не было. Эти три игрока не все время били буллиты, правда, это было давно, летом. И они, причем, пробивали удачно, поэтому не было никаких. Давно уже не били буллиты, просто в памяти всплыло, и поэтому решили их поставить. Игорь Владимирович, если позволите все-таки прояснить ситуацию по поводу Сенквиста. Есть информация, что он вообще может закончить с хоккеем. Все-таки, что вы можете сказать по поводу его здоровья? У меня такая же информация, как у вас. Я не видел Энквиста и не слышал ничего от него последние 2 месяца. Кадров как-то будете решать или кто-то собирается вообще решать? Безусловно, конечно, клуб предпринимает. Это позиция легионера, мы не можем, просто игрок у нас исчез, и что с ним произошло. Как вы сказали, последняя фраза предложения? Может быть, кадров или кто-то в клубе вообще? Нет, я имел в виду, что с ним действительно может случиться все, что угодно. Я не знаю, что с ним происходит, никто не знает. Ему сейчас будет отправлено при помощи DHL письмо, и он должен явиться в распоряжение клуба. Уже что-то сделано. Азамат Шулуков, Тени Рекордов. Игорь Владимирович, у меня вопрос. На булитную серию выпустили Лину Сумарка, который очень давно не был после матча в штрафных бросках. И не очень хорошо, и поэтому сегодня смотрим. Почему? Потому что мы думали, что он лучше других. Оказалось, не лучше. Игорь Григоренко, несмотря на то, что все еще не играет, был выведен из списка травмированных. Это было сказано на сайте КХЛ. Есть по нему новости? Игорь Григоренко начал тренироваться в составе команды.